Вчера по случаю начала международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провели экскурсию по храму на Крови для заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Как известно, он прибыл в наши края именно для того, чтобы дать старт универсиаде. Поэтому вполне логично, что по прибытии высоких гостей был ослужен молебен на начало доброго дела. Собственно, экскурсия для вице-премьера началась с царской комнаты, которая в архитектурном смысле представляет собой и не комнату вовсе, а скорее храм в храме, подобно куклии, в храме гроба Господня в Иерусалиме. На мозаичном панно в центральной части алтаря изображена царская семья и все те, кто разделил ее участь в ночь расстрела 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме, на месте которого возвели храм-памятник. Кстати, в этом году ему исполняется 20 лет. Участники встречи посмотрели стендовую выставку, посвященную этому малому юбилею, и зашли в расположенный по соседству культурно-просветительский центр «Царский». Здесь Дмитрию Чернышенко представили выставку картин екатеринбургского художника Александра Ремезова, посвященную святой великомученице Екатерине, фотовыставку «За веру и Отечество». По ходу визита гости побывали и в музее царской семьи, и в концертном зале, где установлен принадлежавший ей рояль.